Помощь нуждающимся. Если для кого-то Новый год и Рождество – радостные праздники, для других – настоящее испытание. Речь о многодетных семьях, которые едва сводят концы с концами, но в этом году они все же прочувствовали атмосферу волшебства. Их поздравили представители диаспоры из Ирландии. Они передали малоимущим семьям гору подарков. Часть из них досталась детям супругов Паскарь из села Суворовка Фалежского района. Их навестил настоящий Дед Мороз. Поздравляю с Рождеством, кто родился, кто же кто. День Спасителя Христа, он открылся пастухам. Год назад многодетная семья Паскарь нуждалась в доме, однако, несмотря на обещания бывшего президента, ей так ничем и не помогли. Никаких изменений. То, что нас по Бельцев повозили, показали дом один, другой, третий, то тот старенький, тот маленький, тот дорогой, и на этом осталось. В итоге супруги с 11 детьми ютятся в крохотном доме. Из-за нехватки места им приходится обедать по очереди. Перед Новым годом нам елочку прислали. Мы очень благодарны им. Стол купили нам. Очень благодарны из Ирландии людям. Я им очень благодарна. За все спасибо всем, кто поддерживает. Вам огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы посетили наших деток, сделали им такую радость. Очень было приятно. Затем Дед Мороз отправился в село Натальевка Фалежского района. Там живет Анастасия Худяева, которая сама воспитывает троих детей. В прошлом году женщина набрала кредитов на 100 тысяч леев. Часть долга ей помогли погасить неравнодушные люди. Немножко поменялось, улучшилось. Люди помогали, большое спасибо, потому что привозили и продукты, и вещи, и... Правда. Дети Анастасии были рады новогодним подаркам. Заглянул Дед Мороз и к семье Курикеру из села Поповка Фалежского района, которая летом почти осталась без дома. Там воспитывается семеро ребятишек. Мы сделали ремонт в доме, построили предбанник, поставили новые окна, дверь, а еще отстроили новую комнату позади дома. Были рады гостям и в семье Флоча из села Стурзовка Гладянского района. Они тоже в прошлом году оказались в бедственном положении. Им тоже помогли неравнодушные люди. Хватает на продукты, за свет. Люди еще помогали что-то? Мэрия помогала что-то добавить? Нет, ничего не было. Сами, да? Потихонечку, сами. Восстанавливаем дом. Много планов есть, но держимся. Волонтер Ирина Ленкауцан вместе с организацией The Moldova Project уже несколько лет помогает таким семьям и уверена, что лишь сообща можно изменить жизнь к лучшему. Мы на протяжении года работали с семьями, в которых мы побывали. Мы благодарим организацию Moldova Project за такие замечательные подарки и спасибо диаспоре. Благодаря их вкладу эти семьи увидели свет в конце туннеля. Подарки от диаспоры получили более 100 детей из северных районов страны.